Бабочки – одни из самых хрупких и красивых созданий. Общение с ними всегда дарит положительные эмоции. В многофункциональном социальном комплексе «Восход» для детей с ограниченными возможностями здоровья провели экскурсию по выставке бабочек. Ребята являются подопечными комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Химкинский». Мы очень следим за нашими бабочками. Их поставляют нам сейчас в основном с Филиппин. А филиппинские бабочки – это субтропические бабочки, поэтому приходится за им создавать микроклимат такой, чтобы они комфортно себя чувствовали, летали и, как говорится, радовали глаз. Особенность выставки в том, что она контактная. Бабочки свободно порхают вокруг посетителей. Бабочек на этой выставке можно не просто посмотреть, но и потрогать. И, ой, делать это нужно совершенно особенным образом. Со стороны головы. Попробуем. О, у меня получилось с первого раза. Срок жизни тропических бабочек очень мал, всего 2 недели. Кормят их медом, который разводят в воде, а некоторые вообще не едят. Это ночной мотылек Атакус атлас. Это очень интересный, специфический мотылек, потому что это на самом деле летающий инкубатор. У него нет пищеварительной системы. Он рождается только для того, чтобы отложить яйца, и на этом его жизненный цикл заканчивается. Еще одна красавица – лунная балина, вид дневных бабочек. Это тропическая бабочка, бабочка лунная балина. А где она обитает? Она обитает в Азии, Филиппины и все острова совокупные с ними. Кроме бабочек, детям показали пауков-птицеедов, питонов. Вездешип ужасный, который выглядит устрашающе, на самом деле очень дружелюбен. А папуанский кузнечик удивляет своим гигантским размером. Маленькие посетители выставки остались в восторге от увиденного. Ведь многие из них впервые увидели таких редких насекомых и удивительных по красоте бабочек. Бабочки, палочники, все очень хорошие, кузнечики очень хорошие. Бабочки могут сами сесть, они любят черный и зеленый цвет. Выставка очень хорошая, советую сходить на нее. Ой, эмоции переполняют, радостно. Первый раз такого формата выставка у нас, деткам очень понравилось. Самое главное – получить положительный заряд и вот такие эмоции незабываемые. Такие мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья в Химках проводят регулярно. Также в городском округе реализуется проект «Единая страна. Доступная среда». Он дает возможность людям с инвалидностью активно принимать участие в общественной жизни города. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.